такая вот песня была. Но ее, к сожалению, я изобразить не могу, потому что песня очень старая. И так как ее вот мы исполняли с Василием, никто не исполнял никаких там минусовых версий, нот. Даже вот в таком же переложении не существует, к сожалению. Потому что ее до сих пор исполняют, но все в таком как бы, быстром свинге. А вот как композитор написал, действительно никто не исполнял. Вот, а я вспомню одну, наверное, там вторую песню, которая у нас попала в наш репертуар много лет назад. Песня из репертуара Элла Фицджеральда. У нас был целый сборник, и мы исполняли оттуда песни. Очень много концертов. Может быть, когда-нибудь мы сделаем концерт, и я эту песню выучу и на фортепиано, но так с листа, к сожалению, не сыграю. To me,
деле эта песня есть